«Невероятные», сериал про изгоев с особыми способностями, которые возникли словно из ниоткуда. Отмеченные — это люди, которых заразил неизвестный организм. Это случилось 3 года назад. До того дня не было ни одного отмеченного. Отмеченные — это в основном те, кто в викторианском обществе был бы лишен всякой власти. Про отмеченных почти ничего не известно, и их очень боятся от невежества. В последнее время таких все больше. Они ущербные. Ее особенность не является недостатком. Мы пришли, чтобы тебе помочь. Ты хочешь? Приют — это вроде убежища для отмеченных. Его основали Лавиния Бидлоу и Амалия. Лавиния дала отмеченным укрытие, где их никто не притесняет. Весь мир вертится вокруг этого дома, а двор становится персонажем истории. Я думаю, все они чувствуют себя там под защитой. Здесь они могут понять свои особенности. Здесь безопасно. Особенностями мы называем суперсилы. Особенность дает обладателю способность делать то, чего больше никто не может. Особенность Амалии — видение. Она может внезапно увидеть момент из будущего, но не будет знать контекст. Это часто бесполезно. Так. Способность Пенненс — видеть электричество и изобретать невероятные устройства. Это всего лишь прототип. Мастерская — это возможность заглянуть в ее безумную голову. Все эти сумасшедшие творения делают ее такой обаятельной. Доктор Горацио Казанс лечит раны голыми руками. Люси ломает все, к чему прикасается. Дар Энни — огонь. Она может его укрощать, но не всегда предсказуемо. У Мэри есть особый голос. Он сплачивает людей и дает им надежду. Этот сериал уникален тем, как в нем смешаны история, научная фантастика и фэнтези. Викторианская эпоха была невероятно важной. Это бум перемен. Появились машины, менялась роль женщин, стали появляться быстрые виды связи. Что за чертовщина? Мы устанавливаем телефон, а не трапецию. Это был расцвет викторианской эпохи. После 1890-х начался закат. Поэтому лорд Массен — такая зловещая фигура. Он стоит на страже Британской империи. Отмеченные переписывают законы реальности. Их нужно остановить. Амалия была назначена лидером отмеченных. Она намерена собрать их вместе, потому что знает, что у них есть какое-то предназначение. Вспомните девушек, которые якобы сбежали. Они и раньше похищали. Одна из главных проблем Амалии — она не знает точно, кто ее враги. Она знает, что Малади тоже отмеченная. Это враг, но не знает, какова ее цель? Отмеченные бросают вызов, который нельзя игнорировать. Многие другие — это люди со статусом. Казалось бы, они не опасны, но у нее достаточно причин подозревать в них врагов. Отмеченные представляют собой группу, чьи качества неизвестны, и нам, как обществу, приходится привыкать к этим пришельцам. В результате отмеченные всегда настороже и никогда не знают точно, кому могут доверять в данный момент. Ты знаешь, что мир может быть лучше. Это фантазия. В сериале много говорится о сострадании, о том, как возникает связь между людьми. Люди, у которых нет власти, вынуждены бороться за равенство.
Это так напоминает мир, в котором мы живем сейчас.